широкий, зимистый, короткий лапы. Если там были у нас длинные с овальными лапочками окончания, то здесь идеальная круглая плотножатая лапка. Такой же свойственный и подходящий под этот корпус хвост. Хвост короткий, толстый, одинаковый по всей длине. Я называю его сосиска. Чтобы всем было понятно, какой он выглядит хвост по экзотическим картошок. Голова округлая, идеально ровный круг. Если смотрим профиль, четко, глубоко вписанный носик, зеркальце носа, да, сама кисточка должна быть широкая, не зауженная, ровная, хорошо окантованная. Здесь идеальный бокалорный окрас. Про перевернутый кругу, кто помнит, еще раз показываю. Именно так должен выглядеть бокалорный окрас у животных. Также подходящий под эту невероятно круглую, красивую горлочку глаза, большие, как два ярких округлых шарика. Ушки маленькие, также с округлыми кончиками, широко разведенные. Великолепная текстура шерсти, короткая, плотная, с четким, красивым, мраморным рисунком.